В общественном фонде «Алтын-Бата» провели тренинг арт-терапии для молодежи с особенностями развития, позволяющий ребятам выразить свои мысли, чувства и эмоции через различные художественные и творческие активности. Общественный фонд «Алтын-Бата» реализует проект «Организация информационно-методической работы для молодежи с особенностями развития». В нем принимают участие ребята с особенностями развития с 18 до 35 лет. Тренинги проводятся по разным направлениям – рисование и гончарное мастерство. Арт-терапия у нас проходит в разных форматах. Призвана она как социализировать ребят, снять напряжение, найти друзей, так и дать возможность родителям поверить в силы своих ребят, да, в их возможное, ну, скажем так, будущее с лучшим качеством жизни. Арт-терапия стала настоящим открытием в работе с детьми, сталкивающимися с особенностями развития. Этот метод позволяет детям выразить свои эмоции, переживания и мысли через творчество, что часто бывает сложно словами. Рисование бесспорно вызвало восторг. Ребята старались, восхищаясь работами друг друга. Это уже подходит к концу. Мы хотим сделать такой синий рисунок семейный. Мы хотим нарисовать, чтобы был мир был, чтобы никаких войн не было. Арт-терапия – это своего рода мостик, который помогает детям с особенностями развития преодолеть трудности и раскрыть свой потенциал. Она позволяет им находить радость в творчестве и обрести уверенность в своих силах. Валентина Леонова, Алексей Мехедов.